Всем привет, меня зовут Дарья, и я приветствую вас на своем канале Самсолнышко Плей. Мы продолжаем играть в Grounded и искать пропавшие лаборатории. Следующая лаборатория, которую нам нужно найти, это лаборатория в Мареве. Она находится в месте, где мы находили вот эту зараженную божью коровку. Это там, где вот эти всякие странные ядовитые испарения. Для того, чтобы нам там пройти, необходимо создать противогаз. А для противогаза нам не хватает грубой веревки и части клопа. Части клопа у меня нет, мы его так ни разу и не убивали. Поэтому я предлагаю сейчас пойти на поиски этого мерзавца, который нам много раз мешал и травил нас своим ядом. И мы ему как раз таки и отомстим. Так, сейчас быстренько подкрепимся и пойдем вершить правосудие. О, господи, вы что меня так пугаете? Блин, я помню первые серии, как меня пугали муравьи. Это вообще... Что-то бегают, что-то скрихтят, шубуршат, лазят. Так, а клоп у нас живет где-то вот в этом районе. Так, это клопики шумят. Ой, не клопики, а эти клещики. Где-то вот тут он был. Ну, по крайней мере, каждый раз его здесь находила. О, привет. Так, убегаем. Сейчас будет взрыв. Так. Да что такое? Да ё-моё. Так, в жопку он прям попал. Так. Блин, он сейчас перестанет за мной гнаться и... Ага, конечно, перестанет. Хочет. Обиделся. Так, ты мне тут не пуляй. Ой, не пукай. А он больно бьет, интересно, сблизи. Все взорвется. Все взорвался. Что, он прям далеко за мной бегает? Так, дети, не мешайте мне. Все, один удар. Два. Оп. Все. Так, это что такое? Говорю, не мешай, блин. Маленький хулиган. Все. Все, собрали клопа. Ну, это было несложно. Но он прям с лука хорошо убивается. Очень хорошо. Так. Все, сейчас соберем стрелы. Важный ресурсчик. Так. Так. Там нужна была нам веревка. Сейчас сразу соберем вот эти вот волокна. Соберем веревку. И сделаем противогазик. Так, посмотрим. А мне ничего не надо тут? А ничего не надо? Так. Надо бы еще приготовить еду. Если у меня что-то есть. Да, есть. Готовить. Все, отлично. Потом бегу наверх. Делаем сначала веревки. Да давайте все, что можно. А, вот так. И получается... Где? Противогаз. Все. Кстати, это вот жертва, которую принес мой маленький питомец, она не прошла зря. Вот у меня теперь есть нос долгоносик, и с помощью него я могу создать себе вот этот вот замечательный противогаз. Так что все было не зря. Так, мы его сразу тогда надеваем. Противогаз, устойчивость. Вот оно. Предотвращает урон от всех газовых атак и эффектов. То есть, если на меня клещ вот этой своей штукой пукнет, то я тогда ничего не почувствую. Что просто прекрасно. Так, а нам бы бинтов мало. Так, создать бинт. Ой. Бинт из волокна. Давайте создадим два. Еда. Еду я сейчас соберу. Дайте сюда. Так, отлично. Кашки. Я, наверное, пока уберу. Я что-то после того случая не хочу заводить себе питомцев. Слишком мне их жалко, когда они умирают. Так, отлично. Так,
сейчас посмотрим по карте. Получается, у нас ядовитое облако, это когда мы... вот эта полевая станция. Я так понимаю, оно где-то... Это вот тут. Это вот, скорее всего, вот тут. Но нам сейчас нужно будет изучить вот эту область, где находится вот этот ядовитый туман. Я потому что там ни разу не была, мы что, туда не ходили? Так, сюда. Вода у нас есть, еда у нас есть. Немножко, не буду трогать. Немножко еды есть. Я вот не помню, я вот эти грибы могу кушать? Мы бы их собрали тоже. Сейчас посмотрим. Так, сок. Так, сейчас, минутку. Так, грибы я хотела попробовать съесть. Могу? Не могу. А зачем я их собрала? А, они как раз таки для того, чтобы сделать кашицу. А из кашицы можно сделать... Там эти кирпичики какие-то. Так, малыши, я вас сразу с вами разберусь, чтобы вы мне не мешали. Так. Хоть тут всякие гадости. Ой, что-то я устала. Так, вот там что интересно, вот это вот все что-то взрывается. Что там находится, непонятно. Так, давайте спустимся тут. Не хочу я с вами драться, отстаньте от меня. Маленькие приставучие засранцы, уйдите. Так, вот тут у нас уже начинается вот этот туман. Вы смотрите. Тут прям... Какой-то этот... Она что, укусила? Стоп, а что такое? Она мне из руки выбила, что ли? Тут вон прям много трупиков. Да, она меня убивает из руки. Офигеть. Эй. Я тебя кулаками забью. Дрянь такая. Да ё-моё, давай. Как сильно бьется. Так. Это отдай. Кстати, можно вот понабрать этот материал. Я с тобой не дружу. Ты убила моего друга. Я потом с ней разберусь. Сейчас что-то на меня сильно бьет. Так, давайте тогда поищем лабораторию. Пока у меня вот этот кусь, он не мигает. Что там за... Почему тут, интересно, такая этот... Ну, дымка. Все зараженное. Кто? Кто? Кто на меня напал? А, блин, клопик. Ну ты прыгни на меня. Он не прыгает, он этот... Он кусается. Еще одна. Ух ты, какие они... А чё ты... Офигеть, как больно. Так, хорошо, мне нужен какой-то план. А если... Отстань. О, вот луком хорошо бьется. Она меня сейчас убьет. Блин. За дрянь. Это что, в меня стрела прилетела только что моя обратно? Офигеть, блин. Очень больно. Может, какую-то броню собрать? Даже не знаю, какую. Так, давайте посмотрим. У меня броня-то не особо. Вот, может, из божьей коровки. Так, оглушение от лука. Это круто. Так, тяжелая броня, сила блокировки. Средняя броня, задержка при восстановлении. Восстанавливает выносливость. Так, светлячковая ничего не дает. Карп, идеальный блок. Легкая броня. Так, шляпка из клеща, гипервыносливость. Возникновение розы. Ну, я что-то даже не знаю. Средняя броня. Ну, как будто бы... Так, защита вот здесь 3. А если божью коровку? А нету защиты божьей коровки? Ну вот, у карпа прям серьезная такая броня. Но мне кажется, он неубиваемый.
А почему-то нету этой божьей коровки. А у меня прям броня вообще отстойная, да? Но она слабенькая. Может нам сходить тогда собрать броню? Я бы, наверное, тогда... Вот это не особо защита. Божья коровка, два телка. Я могу собрать божью коровку? Жалко только ее убивать. Не очень хочется. Блин, или попробовать просто не драться, сбегать, а потом соберем броню. Не хочется просто сейчас время тратить на это. Ну что-то у меня и с едой проблемы, и с бинтами проблемы. Ой, я сырое мясо съела. Молодец, молодец. Сейчас помру от сырого мяса. Смотрите, сейчас лягу. Ой, ой, нет, я не хотела, я хотела этот автосохранение. Так, окей. Попробуем подлечиться, подлататься. Мало, правда, бинтов. Еды у меня тоже нет. У меня все сырое. Да, сырое же? А, нет, вот это жареное, употребить. Так. Мы восстановили здоровье, я тогда предлагаю ни с кем не драться, просто попытаться найти базу. Просто попробовать найти. Так, соберем сразу. Блин, мне что-то подсказывает, что база находится, скорее всего, вот в той дырке, где... Блять, а что такое? Жвачка, наверное. Ух ты! Блин, лопат второго уровня. Не, нету. Так, он противная божья коровка. Скорее всего, база где-то вот... вот в, там вот в дырке, в какой-то яме. Вряд ли она вот тут на поверхности будет. Где? Кто? Отстаньте. Я просто бегу. Мне кажется, что тут? А я куда попал? А я зря сюда зашла. А я ухожу. Все, 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 все. Коконы. Как у этих, у чужих. Так, я могу это собирать? Блин, нет. Ай. Все, я ухожу. Оп. Как отсюда вылезти-то? Так, подождите. Подождите. Аккуратно. Оп. Нет, значит, не там. А... Так. Встаньте, пожалуйста. Так, где же может быть? Может быть, надо обойти? Блин, я сейчас... Меня сейчас забьют здесь. Так, сейчас попробуем обойти. Так, это надо вообще туда. Я почему-то думала, что... База-то где-то вот там в дырке, а там... Там нет прохода никакого. Сейчас тогда... Попробуем обойти с другой стороны. Так, тут моя подружка-убийца. Так, может быть... Блин, а вот там пауков полно. А они тоже, интересно, ядовитые. Так. Так. Так, так, так. Здесь еще полно трупиков. И вот... Отстань. И вон там вот этот как раз распылялка. Может быть, оно где-то тут. Блин, я хочу спасти паучка. Ой, этого муравьишку. Но его убьют эти. Его сейчас муравьи убьют. Я сейчас его спасу. Все, беги, дружочек. Беги. Давай. Блин, да что ж такое-то? Они рубятся. Я устала. Сейчас сама запутаюсь. Ну, все, убегай, малыш, убегай. Станьте. Там какая-то пещерка. Так, хорошо, я ее запомню. Я пока пойду сюда. Все, бегут, 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 бегут. А, они тут дохнут, да? Они тут дохнут. Из-за яда. Так. Блин, это, конечно, интересная локация. Так, я устала. Подожди, подожди.
Опачки. А вы видите, а это перо. А мы сейчас его соберем. Сейчас разделаю с этими. Опачки. У меня есть топор. Да. Так, ух ты. Ух ты. Ух ты, как много. А я все соберу. Господи. Зачем так пугается? Так, хорошо, я поняла. Это грибы, к которым нельзя подходить, они начинают взрываться. Окей, я поняла. Так, там вот... Это, по-моему, мятная конфетка. Ну и где здесь лаборатория? О, вон, кстати, полевая станция. Вижу, иду. Зубик. Зубик есть? Так, там вот эти вот ядовитые насекомые. Ух ты, это что такое? А, это камень еще есть. Так, а как я туда пройду? Блин, тут что-то все сражаются, все умирают. Я могу так аккуратно? Так, тихо. Прочитаем. А что, она не... проблема с трубами? Давайте прочитаем. Данные. Где тут неизбежность, товары, бурнул. Проблема с трубами. Что ж, Труди решила вызвать мастера, чтобы устранить протечку в оросительной системе. Между прочим, ей сам прекрасное состояние все починить. Просто не сразу. Недоумок мастер приперся с лопатой во двор и даже не подумал, что у меня под землей кипит работа. Я его прогнал, попробовал сам все сделать, но что-то как-то не получилось. Труди, вероятно, заподозрит, что я схалтурил. У нее чутье на мой личный стиль работы. Она сама это так называет, когда хочет меня поддеть. Надо будет как-нибудь запрограммировать маг-шоков, чтобы они сами чинили трубы. Ну, в целом, ничего интересного. Так, давайте проанализируем сейчас перо. Посмотрим, что... Так, простая кровать, шапка, метка у стрелка, вороний арбалет и первый стрел. Круто, арбалет хочу. Хочу арбалет. Это нам все известно. Так, здесь мне покупать нечего. Здесь в целом тоже нам делать... А я где? Так, вот у нас есть супертехчип. Я тогда могу сюда проложить маршрут. Примерно. Вон он там. И попробовать... Сейчас... И попробовать найти тогда базу тут. Да, место, конечно, такое. Кто? А, долгоносик, как ты мог примкнуть к козлу? Ой, он просто сразу взрывается, да? А что можно собрать? Ничего, что ли? Кто еще? За километр меня видит, офигеть. Эй! Ты случайно задела? Да опять, что ли? Это, короче, на меня тут куча долгоносиков, да, нападает? А от него можно просто так вот отходить, он сам взрывается. Да ё-моё! Возьми сколько! Взрывайся давай, да. Все. Все закончилось. Я могу ходить. Сейчас, минуточку, вот так вот. Дернул камеру, в общем, камеру дернул, да. Так. Так, нам туда. Ну, там, по крайней мере, этот супер техчип находится. Да что такое? Ну, давай. Все, взрывайся. Молодец. Инвентарь переп... Мне бы вот эту козу убить. Ай. А долго я ее буду бить? Вообще долго. Надо вот этой штукой ее убить. Она пока... Вот так вот. Вот. Ай-яй-яй. Ай, все, я побежала. Сейчас, минутку. Больно. Больно бьет. Он отстал? Отстал. Так, я же хотела ни с кем не драться. Почему я опять дерусь? Скажите мне. Я хочу просто найти лабораторию. Все. Никого не трогаю. Ну как, трогаю, всех трогаю. Все, вот так пройду.
Так. А что такое у меня? Блин. Ой, ой, ой. Все, я просто убегаю. Куда-то туда. Блин, ну тут что-то, конечно, опасно. Со всеми этими ребятами. Так. Так. Что-то чую. Где-то там. Где-то тут, внизу. Так, давайте искать. А, Кусь показывает, что что-то тут. Так, где тут зеленеет? Все такое. Ух ты, а может там? А у меня есть, а есть у меня. А вот так вот получится? Да. Все, я убегаю. Не зря я сделала из муравьев. Ништяк. Быстро, я думала, я буду дольше бегать. Кайф, кайф. Так, здесь, наверное, эти роботы будут. Нет? Так, неизбежность, шмеизбежность. Сначала зарплату урезают, а потом и до людей дело дойдет. Есть такое. Так, отлично. По крайней мере, теперь оценке подвергается только один мой эксперимент. Грибной пармезан. Труди и дети поистине беспощадные критики. Это на чем? По правде говоря, здесь наедине с этими шампиньонами, я понимаю, что моему творению еще есть куда расти. Но это он, короче, вот этих грибов наделал, видимо, которые теперь отравляют всех повсюду. Ха-ха-ха. Да, очень смешно. Вы, конечно, молодцы, ребята. Как бы там ни было, теперь, когда за нами никто не наблюдает, мы можем заглянуть чуть дальше и понять, на что способны крупицы знаний. Ну, я бы сказала, ну что? Так, дневник Вендела. Недопустимо. А, ну это просто что, что да. Так, ну идемте тогда исследовать, что тут есть. Это у нас по счету получается... Так, была под дубом на изгороди, в пруду. И это четвертая лаборатория Мареви. А, та, что ядовита. Так, шоколад. Так, ну конечно. Как без вас-то? Не надо меня замахиваться, пожалуйста. Вообще на женщин руки поднимать нельзя. Совестно. Макшоп, еще один. Да, вон тут эти грибочки выращиваются и травят всех. Все. Я туда не очень хочу идти. Взрывайтесь. Взрывайся. И ты взрывайся, я убегу. О, блин! Охренеть, ты откуда вылезла? Здесь... Офиг... Чё за дела? Нормально. Тут как бы... Ой. Это лучше уничтожить. Хотя, может камень выкинуть? А вдруг у меня понадобится? А вот я паутину бы уничтожила. Ну, всю только. Я понимаю, если бы она из земли вылезла, но она вылезла, блин, из... кафеля? А они там бесконечно будут вылупляться, что ли? Что-то не очень понял. Бум. А ты что с ними вместе не взорвался? Так, ну я много вот этих соберу сейчас. Что... Да ёшки-матрёшки, ну взорвитесь вы. Он чуть не... Хорошо. Так, ладно, я туда потом схожу. Ну давай. Пук-пук. Молодец. Я туда потом схожу. Я сначала схожу сюда. Так, вот обычные грибочки. Так, кассета. Введение крупиц знаний местной грибы быстро возмело действие и привело к возникновению серьезных мутаций. Ну, это да, это видно. Переход от первой фазы ко второй прошел как в тумане.
И, возможно, это было неспроста, если позволите. А что-то их прям много там. А тебя, робот, никто не спрашивал. Мой самоуверенный коллега признал, что продукт в первой фазе пригоден для употребления в пищу. Это вот этот, я так понимаю. Или вот этот. А, меня даже прозвали дома свиньей-щейкой. Возможно, он еще действует как легкий афродизиак. Не знаю. Ауч! А у второй фазы наблюдались куда более резкие скачки роста и стремительные изменения. Так, я могу это срубить, чтобы оно... Да... Если в третьей фазе тоже будут новые эффекты, и мы сможем скрыть следы, купить знания... Пожалуйста, теперь установили Вендела, есть шанс вернуться в большую игру. Так, хорошо, я что-то не понимаю. Мне просто надо пробегать? Или что тут делать? Оно так и будет меня взрывать. Хорошо. Окей. Я бегу. Бегу. Ай, блин. Так, оп. Вот так. Все. Так, надо что-то открыть. А что я открыла? А, это вот куда я сейчас пойду. Там, видимо, была закрыта дверь. А мы ее открыли. Хорошо. Значит, я не зря сюда пошла. Так. Оп. Все. Ай-яй-яй-яй-яй. Все. Так, я думаю, нам надо еще полечиться. Что-то прям это, тяжело. Ну, вот эта муравьиная броня, она вообще уже не работает. Она уже вообще бесполезна. Так. Он куда-то сюда. Куда-то плыть. Стоп. А может тут что-то есть? Нет? Ну, вроде нет. Ну, поплыли туда. Хорошо. Так, еще один журнал. Результаты три фазы. Взрыв. В третьей фазе мутации прогрессируют со скоростью, не поддающейся измерению, и распространяются на местную фауну. Словами не выразить печаль, которую я испытываю при виде этих бедных существ, превратившихся в хищных, ужасных, взрывающихся тварей. Попытки обратить их или хотя бы замедлить процессы, происходящие в странных спорах или пораженных ими существах, результата не дали. Я поручаю Бурглу... Я не дочитала? Я не дочитала. Вообще-то. А как там было? Вот. Я поручаю Бурглу следить за всем и обеспечивать безопасность лаборатории. Невзирая на эту катастрофу, моя верность в том, что крупица знаний катализатор роста и изменений значительно окрепла. Все, ну не так много надо было прочитать. Мне надо подумать. Я как бы божью коровку не могу убить и просто. Ой. А у меня еще лук как бы сейчас кончится. И ладно. Так. Что бы мне с ними... Сейчас, стоп. Так, еще раз. Данные божья коровка. Зараженная божья коровка. Разбивание свежее. Уязвимость. Разбивание свежее. Колющее, рубящее, разбивание. Но ее как будто бы молотом надо бить, нет, получается? Так получается? Молотом? Так. Мерзопакостные. Они, конечно, прям тяжело бьются. Да я, конечно, мастер-блокбастер. Да вот меня сейчас тут отмудохают, блин. Короче, божья коровка — это босс, да? Блин. Подожди. Ты либо, блин, взрывайся, либо дерись нормально. Меня убьют сейчас. Я ухожу. А в воду ты не пойдешь? Ха-ха-ха-ха. Не пойдет. Что мне делать-то? Я поем. Все, подожди, я тебя убью сейчас. Так вот. Так, дальше-то что делать? Так, коротыш, идем сюда. Идем, я буду с тобой. Давай. А они тут не бесконечно будут? Блин, как закрыть? Боже, коровка ко мне. А если я... Ну, она вон
кукает сразу. А, якобы ее вот этим, что ли, можно забить? Блин, она сейчас заколебет меня. Я сейчас просто бросаю, бросаю, бросаю. Я к ней даже не подойду. Если подойду... Ух ты! Она какая-то крутая слишком. У нее какая-то это... синяя какая-то полоска, броня. А если вот этим? Ну, вряд ли. Блин, ну я обычную-то не могла убить, а это какая-то супер крутая вон. Вон она какая-то синяя. Я ее 100 лет убить. У меня стрел не хватит на нее. А если вот глаза? Ну это как-то слишком. Она хоть и пролезть не может, но... Как бы... Я не знаю, что с ней делать. Блин, она бы хоть вот этими... Как-то вот... А. Блин, я могу бегать, собирать стрелы и опять в нее стрелять. Только так, я вижу, вроде так, чик-чик-чик-чик. Сейчас. Так. Там за... Ну это сложно. Ну это реально сложно. Она что, пролазить решила? Сколько у меня стрел-то? Немного. Не так много, как хотелось бы. Блин, ну я буду так, наверное, стрелять. Все, она пуляет нас, видите? Штучки-дрючки. А я буду подбегать, собирать стрелы просто и... И опять в нее стрелять. Я ее по-другому не убью. По-читерски немножко, конечно. А куда деваться? Думаю, пора бежать собирать. Все. Так, так, так. Можно я назад? Ага, спасибо. Ты чё? Она пролезла. Она пролезла. А я встать... Я не встану. Мне надо, чтобы она отошла. Я потому что не могу стрелять, пока я плаваю. Ну, вот так только. Блин, ну это вообще нечестно. О, отошла. Блин, тяжело. Так-то немножко осталось. Сколько у меня? 12 стрел. Но мне... Я еще соберу эти. Блин, то, что она подходит, это, конечно, неприятно. Вот жалко, что она вот от этих своих же не взрывается сама. Было бы почестнее немножко. Так, отходим. Так, чуть-чуть осталось. Так, ха-ха-ха. Все, иди. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Подождите. Так, а если я все-таки ее... Её... Пойду этот... простукаю ее. Блин. Так, оп. Нет, не вариант вообще. Вообще не вариант. Так, мне только нельзя, чтобы она отошла, потому что она тогда восстановит здоровье себе. Блин. У меня каждая стрела на счету. Нехорошо. Так, хорошо. Продолжаем еще раз. Я теперь знаю, я теперь подбегаю, отбегаю, там все взрывается. Опять подбегаю, опять взрывается. Вот, теперь... А, хорошо. А как с этим бороться-то вообще, я не понимаю. Ой, все, я бегу. Так, я беру шоколадки. Открываю.
Как я пробегал? Ну, я вот тут пробегал. Оп. Так вот. Все. Надо поесть. Так, ну идем опять драться. Так, тут пробегаем. Тут проплываем. Так, сюда, сюда. Блин, тут штуку можно взять. Ну давайте, 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 нападайте на меня. Эй, идемте, идемте сюда. Ну, коротышек-то я вот так побью. Идите, идите, идите. Ох, мерзкий клещик. Идемте, идемте. Так, тихо. Я с тобой вот этой попробую. Так вот. Так. Нет, нет, не вариант. Вот этой. Вот это только хорошо бьет. Она меня тоже хорошо бьет. Так, подождите. Мастер клинка. Если бы я была мастером клинка, я бы их вообще тут выбивала за 5 секунд. Я не мастер клинка, я так. Так, ну... Да ё-моё, во сколько тут? Блин, там еще одна гусеница. О, согрелся. Окей, я тогда вот это ем. Отхожу, 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 отхожу. Хорошо, давай, у нас с тобой начинается битва. Как мы с тобой и планировали. Да что такое? Ты куда ты стреляешь? Блин, клещик. Нет, надо убить клещика, он мне мешает. Так, 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 так. Так, здоровье нам. Блин, гусеница еще. Ты мне тут зачем? Сейчас я быстренько. Так, нафиг мне фонарик. Блин, нет, в этом раз как-то у меня хуже позиционирование. Надо бегать забрать все. Можно я... Ай-яй-яй-яй-яй. Тихо-тихо-тихо-тихо. Так, все, стреляю дальше. Пока все норм. Так, блин, стрелы прям 7 штук. Так, собираю, 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 собираю. Она мне немного дает собрать. 3 штуки она мне дала собрать. О! Все, вылезла. Это плохо. Сейчас будет очень неудобно. Она отошла, я бы тогда забрала стрелы. Она что-то не хочет отходить. Сейчас вот так. Как бы она здоровье синий, просто еще не этот, не хильнул, если она уйдет. Да что ты берешься? Уходи, уходи, уходи. Уходи. Дай соберу. Все взорвалось. Нормально она меня. Это очень плохо. Очень плохо. Так, 12. Отлично. Есть шанс, конечно, маленький. Ну вот, когда в голову ей стреляю, вроде как будто бы посильнее получается. Хотя вроде все время... Так. Так, сейчас так вот.
хорошо. Так, 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 аккуратней. Ой. У меня стрелы кончились, да? Да. О, блин, как сложно. А-а-а! Уйди! Так. Все. Чуть-чуть осталось. Блин, промазал, промазал. А! Блин, лещ мешает еще. А, их тут два. Блин. Подожди. Подождите. Я путаюсь, куда клещ стреляет, куда коровка стреляет. Так, чуть-чуть осталось. Блин, ну это жесть. Офигеть она меня, конечно. Так. Еще прям немножечко. Так, у меня кончились. Так, отстаньте. Ауч! Прям за жопу меня укусило. А-а-а! Один удар. Сдохни. Все. Наконец-то. Так, ты. Трюфелей. Ух! Это было прям офигеть. Это было прям, да. Так, собираю свою стрелочку. Тут нету никого больше, чем надеюсь. Так, а что за мутация там была? Это что ли? Так, морской питать нет? Борьба трюфель. Грипп Марева проник в ваш крошный организм, усилил ваши атаки без оружия. Без оружия как-то это не особо хочу. Хочу драться. Так, мне не хватает места для моей стрел. Уничтожаю эту стопку. Собираю стрелочки. Зачем ты бросаешься клинком? Так, кто это? А, это вот долгоносик. Блин, пугают. Так, тут надо еще как-то успеть нажать. О, супер чип. Так, хорошо. Еще взорвется? Хорошо. Вот так, да, наверное? Вот. Все, я научилась драться. Да ё-моё! Чё так сразу-то? Встречают, блин, как мои кошки прям. Мамочка пришла с работы. Вкусную принесла. Мамочка вам покажет. Так, ой. Все, я ухожу. Все, я прихожу. Ну, ладно, не божья коровка. Теперь я знаю, как с божьей коровкой драться. Просто долго и мучительно. Не, ну если я думаю, я возьму арбалет. Так, теперь я понимаю, что все это была ошибка. Я должен сам контролировать процесс целиком и полностью. Жуки сходят с ума, грибы взрываются, грибной пармезан по-прежнему великолепен. Мы должны немедленно покинуть этот объект и запустить протокол «Земля в огне». Ну, так вот. На Вендел мы еще не получили данных по уничтожению сорняков. Приступай, робот. Хорошо, заказ принят. Но еще не все потеряно, что-то в этом есть. Если обеспечить подходящую герметичную среду с высоким давлением.
Так, ну, Боргу, полностью заблокируй все, взорви контейнер, как положено по протоколу, и жди меня под куполом в лаборатории черных муравьев. Вот, значит, следующая лаборатория, это она. Так, ну это какая-то простая, что это такое? Так, давайте что-нибудь... Что нам не надо? Вот грибы нафиг. Я как бы... Это бомбы? Это бомба, да? Да, отлично. Значит, пригодятся нам. Так, тут есть что-нибудь интересное? По-моему, нет. Так, мы тогда можем отнести наш новый суперчип. А тут еще больше ничего нету? Ну нет, тут ничего нет. Можем отнести суперчип Бурглу. И тогда... Потом посмотрим, что он нам скажет. Так, Бургл, он у нас вот тут. Сейчас сюда поставим метку. Бежать, в принципе, далековато. Хотя тут сюда недалеко, нет. Нормально. Так, все, бежим. А я вот еще думаю, может, сюда вот сюда. О. Так. Ой. Все, ништяк. Так, ну тут... Что это такое? Ничего. Тут вроде больше ничего нет. Так, бежим. Вот оружие возьму на всякий случай. Так, тут. О, можем сразу просканировать божью коровку. Спасибо. Эй, так. Муха-цокотуха. Так, куда нам надо? Нам туда. Так, темно, что ли, ночь? Светлячок. Так, нам бы прям наверх выбраться, потому что внизу я что-то боюсь ходить. Тут очень много этих всяких страшных жучков. Так, 600 метров. Нормально. Ничего не вижу. Так, обходим эти грибочки. Оп, полетели. Так, там вот кто-то ходит. Зараженный. Оп. Блин, ну вот в этот туман классно ходить, собирать эти... Боже, да. Собирать... Отстань. Вот трупы собирать. Прикольно. Ну, не прикольно, но удобно. Не надо драться. Ну, если вот материалы нужны. Ух ты. Я туда потом схожу. Что-то это... Боюсь не выбраться. Отстань! Боюсь не выбраться потом. Нам бы домой заглянуть. Выложить очень много этих ресурсов. Сейчас мы так и сделаем. Устал, да. Тяжелый был путь. Сейчас водички попьем. Все дома. Дома хорошо. Так, посмотрим, что можно сделать интересного. Сейчас пока камеру так. Гламоскит. А, ну это я ее видела. Мы пока его, я боюсь его пока трогать. Так, нам бы кинжал, наверное, с помощью... А, нет. Я забыла, что мы к пауку-то пока не лезем. Сложновато еще. Арбалет. Я хочу арбалет. Я могу его сделать офигенно просто. Я буду им убивать. А для него вот эти стрелы, наверное, да, нужны перьевые. Сейчас посмотрим. Инвентарь, арбалетик. Скажите, что я могу обычным стрелять, пожалуйста. Ебич, могу. Супер. Все, арбалет. Я бы его еще улучшила, но я не уверена, что я смогу это сделать. Мы тогда сейчас... так, что тут это сюда. Муравьиные жопки сюда.
Так, очень много всяких А я, кстати, могу броню сделать крутую? О, масочку могу сделать. Я две создала. Такая молодец. И зачем мне две? Ой, блин. Случайно нажал. Ну ладно, что ж теперь. Сделал, так сделал. Молодец. Так, противогазик пока сюда. Он нам сейчас не нужен. Вот эти вот странные штучки нам тоже не нужны. Так, надо мяски сделать. Готовить, Так, мне бы еще сделать, наверное, стрел попозже. Так, сейчас обратно. Потому что. Так, ну окей. Тут меня как бы все устраивает. Сейчас возьмем еду. Вот, можем тогда поспать и утром тогда сбегать к Бурглу, отдать ему суперчип следующий. Все. Все, спатечки. Good morning. Good morning всем. Мы идем. Я хотел посмотреть урон. Ну, насколько. Какой урон у него? Что-то не знаю, как посмотреть. Ладно. А, вот урон. Он вообще мощный. Попробуем кого-нибудь побить. Посмотреть на эффект. Так, еда употребить. И Бургу мы к тебе идем. Все, иду. Блин, ну мне нужны еще эти вороньи. А куда это они летят? Мне нужны еще эти вороньи стрел. Перья. Потому что они прям крутые. Можно из них делать всякие штучки-дрючки. Блин, я бы хотела на пауке попробовать. На этом, на ткаче или как его там. Желтенький, короче, который. Которого я не боюсь. Ну вот его тут много. Вон он. Сейчас посмотрим. Ну интересно. Ага, блин, перезаряжается долго. Блин. А-а-а! Встань! Косой! Мне проще его зарубить топором, наверное. Подожди. Да. Подожди, не кусайся! Отстань, коротышечка, не надо драться. Ладно, дерись. А он ядовитый, по-моему. Ой, какой быстрый-то. Да нет, вроде ядом не пуляет. Устаю. Устаю, подожди. Ну, короче, наверное, арбалет будет покруче против этих летающих. Против этих москитов. Да против москитов я вообще сделаю турель, блин, и расстреляю их. Думаю, так. Я теперь умею турельку делать. Так что так и сделаем. Так. Я уже забыл, где тут что. Блин, диванчик не работает. Пройдем, может, тут? Тут же. А это, кстати, этот. Это волк. Нет, я не пойду там. Меня один-то, блин. Отдудосил. А вдвоем-то они вообще за 5 секунд справятся. А чё они все проснулись-то, мне интересно. Так, а чё мне тут надо было? Грубая веревка, стебель сорняка. Потом. Не сейчас. Мне сейчас в лабораторию надо сначала. Так, это вот как раз-таки выход, да. Ну да, 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 это волк, я не пойду. Оп. О, бузик, клёвка.
Очень рада ее видеть. Прыг. Мне только ее убить придется, потому что мне нужна... Ой. Ой-ой-ой, блин, опять не то нажал. Прости, пожалуйста, зайчик. Прости меня. Ой, ты чё кусайся? Ой, как тяжело бьет. Но сильно. Я просто хочу броню сделать из нее. Так, все, бежим. Так, где? А, тут. Все, бегу. Все, держим. Так, продолжить. А, вот тебе чип. Так, обработка. Сопрощается Марева. Доктор Тали пытался создать гриб с идеальным вкусом, но катастрофа разразилась до того, как он успел закончить свой труд. Все эти прекрасные воспоминания вровь возвращаются ко мне. Так. Есть хорошие новости. Часть инструкции по изготовлению увеличивающегося коктейля восстановлена, но, увы, пока не вся. И у меня появились какие-то странные фрагменты воспоминаний, касающиеся Явоматика. Ты знаешь что-нибудь об этом? Кофепарк. Интересное развитие событий. Хотя не могу сказать, что мне нравится вкус кофе, и я не очень понимаю, как оно вписывается в наше уравнение. Мы явно продвигаемся к решению этой загадки, но работа пока не закончена. Надо достать еще один суперчип. Спасибо. Ну, в общем, он не особо что-то сказал. Просто сказал, окей, нам нужен еще один суперчип. Все. Ну, хорошо. Так, посмотрим. Что у нас тут, может, появилось что-то интересного? Так, турелька. Турель, стреляющая камешками. Вот ее, кстати, проще будет сделать. А давайте, я хочу турель. Книга инструкции Маревна. Это опять вот эта еда. Так, сытость, еда, выносливость при атаке. Блин, мне, наверное, это понадобится, но у меня нет денег. Поэтому потом. Ну, окей, я тогда предлагаю на этом моменте закончить, потому что уже по таймингу мы не укладываемся дальше. Спасибо большое за просмотр. Оставляйте комментарии, лайкайте, ставьте колокольчик. Подписывайтесь на канал и всем пока!